Паниот, мне трудно найти объяснение случившегося. Ярослав Паниот не понимает, почему ему не удалось показать свою лучшую программу на Олимпиаде. Украинские фигуристы не лучшим образом начали свое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ярослав Паниот занял последнее место в короткой программе, не сумев пробиться в произвольную программу. К сожалению, украинцу не удалось справиться ни с одним из прыжковых элементов, и в сумму баллов вошли исключительно дорожка шагов и обороты. Я вообще психологически устойчив, со мной такого не могло произойти, хотя и произошло. Сейчас мне трудно найти объяснение случившегося. Нужно время, чтобы все обдумать и разобрать ошибки. Своим выступлением я недоволен, ведь был готов показать более сложную программу. Работаем дальше и идем к своей мечте, отметил Паниот в комментарии НОК Украины. Смотрите расписание выступлений украинцев на Олимпиаде в Пхенчхане, а также читайте, в какой день у Украины есть шансы на медаль. Всего на Олимпиаде 2018 будет разыграно 102 комплекта медалей. Смотрите расписание финалов игр, медальный зачет, а также расписание трансляций. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.